Всем привет, с вами Пират, мы продолжаем играть в Don't Star. Итак, нам осталось добыть 4 паутинки. Это очень важно, чтобы выжить. Так, морковка, давай. Так как у нас она почти испортилась, я приготовлю вот эту штуковину. Тут у нас еще есть вот это, давайте скушаем. Чтобы жизни восстановить. И нам нужно идти за пауками. А это нам... Надо прыгнуть червоточину. Я забыл. А, вот в эту. Все, пошли. Фиг, пофиг, что дождь падает. Потому что... Ой, у меня копье-то сломано. И вот это довольно так. Я думаю, на копье у меня ж хватит. Должно хватить. А что у меня в честере-то? О, понятно. Там у меня, кстати, доска была. На, сундук. Что-то я протупил. Так, не, деревья рубить не будем сейчас. Потому что у нас и так... Так, ага, мне надо зеленые грибы. Потому что, как видите... У меня очень-очень... Мало рассудка. Сейчас. А сейчас я еще, блин. Вот это печально. Если честно, если я через червоточину сейчас буду путешествовать, то у меня очень мало рассудка останется. Так. Полетели. Итак, и где-то тут у нас пауки. Внизу. Пошли к паукам. Зонт меня не защищает. Хотя, как бы, немножко защищает, но не особо. Так, паучки. Где-то здесь. Мне надо 4 паутинки. Обязательно. Без 4 паутинки я домой не могу вернуться сейчас. Так... Броня. Стоп, а мое оружие это? Вот здесь. Броня. Оружие. Давай, иди сюда. Да ё-моё. Да не надо мне ваше мясо. Блин. Серьезно? Ёшкин кот, что же мне делать? Давайте пойдем посмотрим здесь, есть ли здесь еще паучки где-то. О, пойду покопаю. Так мне нечем... А, постойте. Блин, у меня была лопата. Зачем я еще одну скреп? Это плохо на рассудок влияет. О, амулетик. Стоп, 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 где мой зонтик? Что ты творишь? Животворящий амулет. Это же тот амулет, который, когда ты умираешь, то он тебя воскрешает. И у меня скоро зима, походу. Окей. Так, ладно, хватит копать. Мне надо пауку. Пауки, где они? Где пауки? Мне надо больше пауков. Очень много пауков мне надо. Так, а интересно, как долго они воскрешаются в своем этом логове? И зеленые грибы. Если надо смотреть очень внимательно на карту, то только красные. Зеленые грибы, где я их могу найти. Это очень тоже важно. Потому что у меня все поплыло, как видите. Или цветочки хотя бы. От дождя рассудок понижается сильно-то. Это очень странный биом.
Тут все намешано, тут генератор как-то странно сработал. И тупо накидал всякие странные тайлы. Непонятненько так, да? Так, тут камни у нас. Это, конечно, хорошо. Ой, я замерзаю от чего-то. Мне еще и холодно. Два. Да ну! Придется еще костер. А его и так придется. Ну, давайте. Так. Приготовим себе покушать. Хотя у меня есть еда. Так, где мой топор? Срубим эту елочку. Мне надо повысить рассудок, вот цветочек, хоть один. Они еще и жизни восстанавливают. И рассудок. О, еще один цветочек. Я очень рад этому. Так. Что ж, блин, этот биом очень странный. Но я хочу пережить этот день и пойти еще раз к паукам. Если нет, то придется разбить их домики. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. О, нет. О, фух. А ну иди, ты что такое? Ему даже не страшно слушать. Так, что мы можем тут подкинуть? У меня только дрова. Да я готовить не буду. Ладно, давайте приготовим. Три жизни. Окей. Вот этот дождь бесит. Он очень сильно мешает нашему выживанию сейчас. Так, ну что ж. Придется идти прямо к паукам сюда, уничтожать и еще найти одно логово пауков. Где-то. Но где? Тут на болотах не особо так. Тут я уже их уничтожил. Тут зато синий гриб. Пауки, возможно, где-то здесь живут. Так, а это куда мне надо идти? Далеко? Довольно-таки далеко. От моей базы поближе. Фух. Я не знаю, стоит ли мне бежать, потому что зима наступит любую секунду, а мне надо паутинка. Так, где еще не разведал? Тут я все обходил сюда, я не могу. Тут тоже. Постойте, тут не особо, да? Тут я что-то не посмотрел. Окей. Значит, и тут еще. Вот сюда мне надо сходить. Очень-очень. Так, это зеленые. О, зеленые грибы. Это да. Сюда мне очень надо. Но, блин, когда? 20-й день. Постойте, один день и зима. Зима. Следующий день это зима? Серьезно? Мне даже тут с собой вообще ничего теплого нету, никакой одежды. Ну ладно. Я думаю, я успею домой добежать. Все, убиваем пауков, которые сейчас там будут. Берем всю паутинку, которую только можем. И идем домой. Что за звуки? Кстати, что-то зима не очень спешит как-то. О! Дождь, ну, хватит, может, падать.
Может, хватит? Ну, пожалуйста. Так. Пауки, пауки. Мне бы встретить еще одно это логово пауков и все. И все замечательно просто. Но нет, как назло не будет. Пауков больше здесь. Почему с них паутинка-то не выпадает? Это самое интересное. Могу я как-то их постричь, что ли? Стоп, как стричь пауков? Чтобы выпала паутинка. О! Там кто-то что-то странное бегает. Я слышу. Или это дождь так падает? Окей. Стоп, VX, что ты делаешь? Не то. У меня еще и оружие сломалось. Это хорошо, что мне для жизни выпала такая штуковина. Где мой зонт? Походу, он здесь остался. Ай, ну блин. Две паутинки. Так, а где? Где зонт? А, вот он. Все, я пошел домой. Через червоточину, которая у меня заберет рассудок. Очень умно. Но что поделаешь. Так. Я даже не знаю, где еще достать две паутинки. У меня всего шесть. Шесть паутинки. А надо еще чуток. Перед прыжком червоточину немножко запасемся вот этим. Так, а тут что? Это разрушено? А чё так? Нельзя два собрать. Только одно? Окей. С рассудком у меня все плохо. Ну пока что, смотрите, снега нету. Только дождь этот долбанный падает. Как же он меня бесит. Так, холодает, холодает. О, пингвина. С Мадагаскара. Так, рассудок надо поднять по максимуму. Цветочки. Так, а тут я же был, тут я не был, но навряд ли тут есть пауки где-то возле меня. Где же все пауки, когда они так нужны? У меня 27 жизней, я даже не заметил. Серьезно? Ни одного паука? Никто не хочет меня убить? Ну что же это за жизнь такая, когда тебя никто не хочет убить? Тут у меня есть... Я должен себе мазь сделать, где она? Я не помню. О, уже даже не холодно. О, ужас. Ура, дождь прекратился. Так, мне вниз надо бежать, куда я прибежал это. Что-то я не пойму. Мазь, 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 которая жизнь восстанавливает. Вот и она.
Так, что тут у меня еще? Вот это сюда можно подкинуть. Это сюда. Так, мне надо печь растопить чем-нибудь. Например, вот этим. И еще вот этим. Так, Честер, у тебя же должна быть эта гниль. Так. Постойте, что мне надо на мазь? Две, по две, четыре вот этих. Раз, два, три, четыре. Если я поставлю вот тут, оно не загорится. Ну, пожалуйста. Шесть, а надо восемь. Так, что там с хоботом, кстати, оно портится? Ну, окей, пока держится. Готовить. Ладно, ладно, ладно. Сейчас, так что у тебя еще? Я могу гниль добавить в костер. О, могу. Надо мне она будет на что-нибудь или нет? Короче, гори. Это не загорится, я так понял. У меня нет факела, случайно, где-то в инвентаре. К сожалению, топор есть. Две лопаты зачем-то. Давайте одну выбросим. Топор. Точно, пороха нигде нету. Блин, вот у меня пепел есть, а я тут фигней страдаю. Раз и два. Так, подлечимся немножечко. Вот это съедим. Даже не знаю, тут можно какое-то вот это сделать. Нет, это не то, что я бы хотел. Это тоже не то. Что еще там можно приготовить? Можно мясо добавить. Все равно получается фигня. Так, ладно, мне надо прощаться, как я понял. Уже даже день наступил. С вами был Пират. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.